Русское географическое общество представляет. Об этой великой реке писали древние греки и римляне. В середине века она была важнейшей торговой артерией. Такого количества исторических событий не видела ни одна другая русская река. Одна из крупнейших мировых рек расположена в самом сердце России и начало берет в Тверской области. Обнаружил ее исток русский естествоиспытатель. Кто этот ученый и как называется река?